Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Нам нужны бабки! Чего? И без тебя понятно. Великую меня заставляешь день за днем в конюшне спать. Если все понял, то боготвори меня. Осыпай почестями. А ты не забыла, зачем мне нужны деньги? Долг, мать его! Благодаря твоим усилиям большую часть из наших наград за квесты мы отдаем в уплату этого сраного долга. А этим утром, когда я проснулся, у меня ресницы льдом обмерзли. Так что давай хвали меня. Да так, чтобы всем вокруг завидно было. Якорь ты избалованный. Раз ты у нас такая крутая, то с квестами и долгом справишься сама. И все почести тебе одной. Правда круто? До свидос. Прости. Ну, прости, дуру. Меня немножко занесло. Только не бросай меня. Убить стаю лютоволков. Награда 1 000 000 эрис. Только представлю, как их клыки впиваются мне в руки, ноги и филейные части. Отказано. Убить медведя Ван Панчмена. Я уж ему покажу, что взрывная магия — это настоящее искусство, которое выносит с одного удара. Неохота мне драться с медвежьим воплощением Сайтамы. Могу поспорить, она нам за секунду на орехи надает. Замок, крепость, продвигающийся на большой скорости. Он такой большой, милашный. Детишки его просто обожают. Ясно, что нихера не ясно. Какого черта мазохистка-крестоносец, которая прется от сильных монстров, так тянет лыбу? Но сейчас деньги важнее. И вообще, это что за прикид такой? Ты как тупая малолетка, которая зимой цикад ловить пришла. С очком их можно поймать. Короче, у нас даже летом будет холодный пивасик. Ясно, поиграть пришла. Даркнесс, а где твоя броня? Ты в этом себе ничего не застудишь? Тут немного холодно, но от этого... Двинутую на голову, ее мазохизм согревает. А можно их просто своей магией взорву? Давай, жахни, Пендальф! Она что, мертвой притворилась? Я скажу тебе, почему другие искатели приключений не берутся за этот квест. Раз уж ты жил в Японии и смотрел прогноз погоды, то хоть раз слышал его имя. Хозяина морозных смурфов и того, с кем у нас ассоциируется зима. Да. Его зовут Дед Мороз. Что? Дед Мороз! Наисильнейший монстр, за которого назначена награда космических размеров. Такие духи обычно принимают форму того, кого представший перед ними боится. Но обычно зимой на такие тяжелые квесты выходят только прирожденные японцы с суперпушками. То есть он выглядит так, потому что какой-то дебил из моего мира вот так представлял Деда Мороза? Ну почему такие петушки все портят? Ты монстров и о большей жести просишь. Так что не надо тут заливать про свою гордость. Когда ты заставляешь меня преклонять голову и прижимаешь лицо к земле, то благодать какая! И снежок такой холодный! Меня убил японский Дед Мороз. Какая-то это странная богиня. Она что, правда сожалеет о моей смерти? Она совсем не такая, как эта бесполезная гиня. Верну к друзьям и семье. Где ты будешь жить, не зная нужды и печали. Чё? Ты даже такое можешь? Если ты этого пожелаешь. Правда, что ли? А ты можешь сделать меня умным красавчиком? И чтобы дома меня секси-подруга детства ждала? Ну, пожалуйста. Господи, слава яйцам! Ведь это награда за то, как я старался. За то, что я рвал себе жопу во имя высшей цели. Переродился в фэнтези-мире, думая, что меня крутое приключение будет ждать. А в итоге, как превьюшкой к фильму на... Бесполезная гения, что со мной отправилась. В итоге оказалась просто якорем. Товарищей там себе нашел, но одна оказалась коротышкой, двинутой на взрывной магии. А вторая — крестоносец, которая только и мечтает, чтобы монстры с ней порнуху сотворили. Стал искателем приключений, а в итоге на стройке пахал, летающую капусту собирал. Из-за убийства хай-левельного босса в миллионные долги влетел. Пал в конюшне, лошадиные какашки нюхал и чуть насмерть не замерз. Ква! Тут богиня говорит, что если я переродился однажды, то уже не могу вернуться. Это кто там такую чушь заливает? Слышь ты, назовись давай. Что там за тупая дура?
Нумура замещает великую меня, которая отвечала за Японию. Слышь, Каре, твое замещает и тупая дура задели ее за живое. Короче, она сказала, что ее зовут Эрис. Та самая, которая начала задирать свой нос из-за того, что ей в этом мире поклоняются. И даже деньги в ее честь назвали. Эй, Казума, если она тебе еще что-то задвигать будет, я расскажу, что ее подкладки влип. Я все поняла. Подкладки? Исключение. Я сделаю исключение. Я уже открываю врата. Это подкладки? Боже мой, как вас сэмпай в своем репертуаре. Это в натуре подкладки? Пускай это будет нашим секретом. Ты чего это покраснел? Скажи уже что-нибудь. Великая, я вернула тебя к жизни. И что сейчас нужно сказать? Я хочу эту бесполезность на ту миленькую богиню поменять. Требую другую богиню. Слушай ты, хики-задрот. Давай-ка я тебя обратно к Эрис отправлю. Ладно, давай убьем его и сгребем бабла. Нет! Он будет нашей батарейкой для холодильника. Он стоит 100 штук. Дороговато для батарейки. Нет! Только не мой пупсик. Не позволь убить его. Ведь я ему даже имя дала. Нет! Нет, 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 нет. Не ожидал такого сопротивления. Пощади ее, Казума. Слышьте, вы сколько заказали? Как станешь великим архимагом, поймешь, как важно восстанавливать свои силы. Ну, чего-то. Не забыл, кто тебя к жизни вернул? Чего? Считай это нашей наградой за квест. Я тоже в счет вложусь. Нам на эти деньги всю зиму жить. Интересно, каким будет наш следующий монстр? Может, он обмажет нас слизью? Или у него будут длинные тентакли? Только представлю, и сердечко так бешено бьется. Надо было в Японию вернуться.